сегодня в Юноармейце открывается Академия школьных дебатов. Благотворительность и социальные проблемы общества. Это темы будут обсуждать на этих дебатах. Дебаты проходят в рамках открытого межрегионального форума, который здесь, в Юноармейце, в одном из лучших детско-юношеских оздоровительно-образовательных лагерей Подмосковья, собирает школьников уже в пятый раз. Форум проводится администрацией Щелковского муниципального района и традиционно получает широкий общественный резонанс. Академия школьных дебатов. Это прекрасный проект, который мы, безусловно, поддерживаем и будем поддерживать. И очень рады нашим коллегам, нашим гостям из других регионов. Мы всегда рады и ждем вас здесь. На пятый открытый межрегиональный форум Академия школьных дебатов и на этот раз приехало много гостей из Йошкар-Олы, Кирова, Чебоксар, Челябинска, Санкт-Петербурга, а также из Москвы и Московской области. Свои команды представили многие школы Щелковского района. Меня просто пригласили посетить один из первых форумов, и поэтому потом меня затянуло. И уже огромное количество времени я участвую в дебатах. Сам иногда участвую в их организации, мне очень это нравится, и я надеюсь, что в течение жизни они мне еще очень много пригодятся. Я считаю, что в наше время очень важно договариваться, и как раз дебаты помогут, во-первых, научиться договариваться с людьми, помогают научиться высказывать свое мнение, становиться чуть-чуть раскрепощеннее и смелее. Тренинги и мастер-классы для учащихся и их педагогов проведут эксперты международного уровня. С каждым годом форум расширяет свои границы. На этот раз участвовать в дебатах приехали более 200 школьников. Форум продлится несколько дней. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».